Друзья, приветствую вас на своем канале YouTube, посвященному погоде рынка недвижимости Украины. Цель канала просветительская – просвещать операторов рынка недвижимости, потенциальных покупателей и продавцов недвижимости о процессах, которые происходят на рынке недвижимости Украины. Рано или поздно, один раз в жизни или несколько раз, украинец становится покупателем или же продавцом недвижимости. И вот именно с этой минуты у него возникнут два вопроса, или же он столкнется с двумя проблемами, которые ему необходимо надо будет решать. Первая проблема – как выгодно купить или продать недвижимость. Вторая проблема – как безопасно продать недвижимость или же купить недвижимость. Рынок украинской недвижимости беспрецедентно информационно закрыт. В чем заключается закрытость рынка? Вы не найдете систематизированных статистических данных о стоимости квадратного метра недвижимости в момент приобретения или же продажи недвижимости. Мы именно и будем говорить об этой проблеме. Итак, рынок недвижимости характеризует три основных показателя. Первый показатель – это среднерыночная стоимость квадратного метра жилой недвижимости. Второй показатель – это индексы недвижимости, изменение стоимости недвижимости во времени. И третий показатель, наиболее интересный для людей, которые планируют инвестировать деньги, честно заработанные в квадратные метры недвижимости, это доходность рынка недвижимости. Вот о всех этих трех основных показателей, которые характеризуют рынок недвижимости, мы будем говорить. Сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости города Киева. Мы подробно рассмотрим, что происходило с августа месяца по сентябрь с жилой недвижимостью, сегмент социальное жилье. Мы подробно рассмотрим и я вам покажу графики о тенденциях рынка жилой недвижимости. То есть мы посмотрим в течение года, что происходило с рынком жилой недвижимости города Киева. Ну и естественно, показатель доходности, это интересный показатель, мы также подробно остановимся на этом показателе и разберем, выгодно или же невыгодно на сегодняшний день приобретать жилую недвижимость в городе Киеве. Друзья, рассмотрим показатель средней стоимости квадратного метра жилой недвижимости, характеризующий колебания рынка жилой недвижимости в городе Киеве. Колебания рынка недвижимости – это краткосрочные изменения цен и арендных ставок. В отличие от тенденции рынка недвижимости, колебания обычно не являются следствием взаимодействия спроса и предложений. Причиной колебаний являются силы, действующие на рынок недвижимости снаружи. За период август-сентябрь средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости повысилась 0,2%. Наибольше подорожала средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Подольском районе 0,9%. Наименьше подорожала средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Печерском районе 0,2%. Друзья, рассмотрим следующий показатель. Индекс рынка жилой недвижимости. Это изменение стоимости недвижимости во времени. Данный показатель характеризует тенденции рынка жилой недвижимости в городе Киеве. Тенденции рынка недвижимости – это среднесрочные и долгосрочные процессы, происходящие на рынке недвижимости под воздействием изменения, в первую очередь, спроса. Тенденции часто являются следствием изменения демографической ситуации в стране, экономической ситуации в стране, изменение общего дохода населения, притока капитала, появление новых производств,
что положительно влияет на развитие экономики в целом. Тенденции протекают медленно во времени, но в долгосрочной и среднесрочной перспективе тенденции могут привести к значительным изменениям состояния рынка. Изучение тенденций – основная задача анализа рынка недвижимости. Рассмотрим гистограмму, отображающую тенденции рынка жилой недвижимости, вторичный рынок, социальное жилье в городе Киеве. Период исследования – сентябрь 2018 год, сентябрь 2019 год. С сентября 2018 года по сентябрь 2019 года мы видим положительную динамику, незначительный рост средней стоимости квадратного метра жилой недвижимости в городе Киеве. 12 месяцев роста стоимости квадратного метра жилой недвижимости. Согласитесь, друзья, это уже тренд. Я констатирую факт роста стоимости квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке в городе Киеве в районе 1% в годовом измерении. Соответственно, индекс квадратного метра жилой недвижимости, вторичный рынок в городе Киеве за период сентябрь 2018 по сентябрь 2019 год показал положительную динамику и соответствует 1,008%. Итак, друзья, пришло время рассмотреть показатель, характеризующий доходность рынка жилой недвижимости в городе Киеве. На графике рисунки мы видим зеленую гистограмму. Это средневзвешенная процентная ставка по гривневым депозитам в годовом измерении, данные Национального банка Украины. Также в графике мы видим диаграмму, линию красного цвета. Это средневзвешенная арендная ставка жилой недвижимости в гривне в годовом измерении, данные информационно-аналитического центра Alim Consulting. Потенциальный покупатель, инвестирующий деньги в жилую недвижимость, всегда задает себе вопросы. Насколько выгодно вкладывать деньги в жилую недвижимость? Растет или падает стоимость жилой недвижимости? Растет или падает аренда жилой недвижимости? Почему потенциальный покупатель задает эти вопросы себе, а не оператору рынка недвижимости? Ответ очевиден. Операторы рынка недвижимости не владеют статистическими данными, которые характеризуют тенденции рынка недвижимости. Итак, друзья, вернемся к графику. В 2007-2008 году средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости росла. И росла арендная ставка жилой недвижимости в гривне. Это порядка 20-35% в годовом измерении. При этом средневзвешенная процентная ставка по гривневым депозитам в годовом измерении была 13,6% или же 15,7%. Рынок жилой недвижимости был интересен для потенциального инвестора. С 2008 года по 2018 год, 10 лет, рынок жилой недвижимости был неинтересен для инвестиций. Стоимость квадратного метра жилой недвижимости снижалась, как и снижалась арендная ставка. В 2019 году мы впервые за 11 кризисных лет для рынка жилой недвижимости констатируем факт роста стоимости квадратного метра жилой недвижимости в городе Киеве и роста арендной ставки. С января по сентябрь рост арендной ставки составил 16%. При этом банки предлагают депозиты для физических лиц в районе 14,19%. На мой взгляд, совершенно очевидные вещи происходят, и мы видим, что инвестиционная привлекательность рынка жилой недвижимости становится, в общем-то, интересной. Это говорит о том, что рынок вышел из стадии депрессивной стабилизации и будет расти
следующем году как стоимость квадратного метра жилой недвижимости в городе Киеве, так и арендная ставка будет превышать средневзвешенную ставку по депозитам для физических лиц. Задавайте вопросы, посылайте нахер, но с аргументами. И помните, что диалог, ну или же конструктивный спор, всегда приводит к истине.